Күнтте мана негін ұт кейхін, күнтте мана ұлан залата қалымық ұт. Ода еңі еврейін бетшіліген бі би қалымық келер келіқсан саната біле. Узуғы ода еңі мені келсегі метхі өліқкі әмтіне тони бағырқы кейджі санат, орыс келер келіқі саната бәне. С большой радостью я вчера увидел видеообращение манифест нашего известного переводчика гордости калмыцкого народа Бема Митруева о состоянии языка и мерах, которые смогут его спасти. Это видео было подготовлено фондом «Наследие Бумбы» и Эллой Манжеевой, которой точно так же, как и Бему Митруеву, далеко не безразлична судьба и ситуация с нашим родным языком. Сегодня хотелось бы сказать о том, что каждое слово, которое сказал Бем Митруев, это те возможности и те способы, которыми язык, наш родной калмыцкий язык может сохраниться. И поэтому мне бы хотелось сказать, что я поддерживаю абсолютно каждое слово Бема Митруева. Но вместе с тем мне бы хотелось тоже немного сказать и о нашем языке, и о нашем состоянии, и о наших перспективах в развитии родного языка. Прежде всего, нужно было бы сказать о том, что язык живет только до тех пор, пока на нем говорят. Если на языке перестают говорить, он умирает. То есть здесь язык может рассматриваться как нечто живое, которая живет своей жизнью, испытывает периоды взлета, и упадения и угасания. Именно поэтому калмыки называют свой язык и народ вообще понятием келин улыс то есть те люди, та группа людей, которая говорит на своем языке. Если есть язык, есть народ. Если нет языка, народа тоже нет. И сегодня та ситуация, в которой находится наш родной язык, она глубоко плачевна. Потому что с каждым годом уменьшается количество носителей этого языка. Практически во всех местах, во всех самых даже отдаленных уголках Калмыкии стремительно исчезает родная речь. Дети, которые приезжают в город или уезжают в Элиста, или уезжают в другие города, перестают говорить на своем родном языке, их культура, национальная культура, та самая важная составляющая, которая отличает нас от других людей, она стремительно исчезает или замещается культурой других народов и другими ценностями. И в этой связи, наверное, будет очень печально сказать то, что сегодня наш язык является практически мертвым. На нем локально говорят в тех местах, где подавляющее большинство населения это калмыки, это киченеровский район, некоторые другие населенные пункты республики, но тем не менее этого, конечно же, очень и очень мало. Бем говорит о том, что язык должен быть сакрализованным, он должен стать священным. Это действительно так. Ведь среди пяти языков, которые могут полностью описывать буддийское учение, это пали, язык, на котором были впервые записаны буддийские тексты. Это санскрит, на который примерно в то же самое время, а может быть чуть позже, были переведены все буддийские тексты. И также это китайский язык, тибетский язык и монгольские языки. Из семи тысяч языков, ныне существующих в мире, всего пять могут полностью обслуживать учение Будды. И наш язык входит в эти пять языков. И поэтому его потеря была бы потерей целого огромного пласта мировоззрения, которому верили наши предки. Это большая трагедия для буддийского языка. И именно поэтому уже на протяжении двух с половиной лет в Центральном Хуруле Республики Калмыкия, где я сейчас нахожусь, и также э, коллективом, наверное, э, людей, которым не безразлична судьба нашего языка, именно языка буддийской культуры, занимаются его пропагандой. В 90-х годах наш учитель профессор Андрей Васильевич Бадмаев издал труд, который называется «Дорджи -джо 2». Этот э, труд, эта сутра была издана на трех языках. Это наш айратский язык, это современный калмыцкий язык. И это русский перевод, который был выполнен профессором Андросовым Валерием Павловичем. К сожалению, сегодня этот текст практически, это один из самых первых текстов, если не сказать вообще первый текст, который был издан на калмыцком языке, еще и на письменности Тудубичик в то далекое время. Сегодня он является уже давно библиографической редкостью, и найти его очень сложно. В 2002 году буддийский центр Номинтук и издательство «Океан мудрости» издали текст «Иткль», текст прибежища, где кроме текста, который был напечатан на Тудобичик, имелся его калмыцкий современный эквивалент, и также имелся русский его перевод, кстати, выполненный самим Бебом Митруевым. Этот текст был снабжен очень подробным комментарием, который сделал наверное, один из последних учителей, которые могли рассказывать учение Будды на родном языке Шальван Гегянам, лидером буддистов санзиано автономного района, наших соотечественников, которых мы называем санзианские калмыки. Эта уникальная работа тоже, к сожалению, уже по происшествию 18 лет стала библиографической редкостью. Сегодня мы интенсивно работаем в этом направлении. И издаются огромное количество разных работ, которые э, иногда становятся достоянием широкой общественности, а иногда этим достоянием не становятся. Профессор, э, доктор философских наук Базар Александрович Бечеев издает большое количество литературы, корпус, э, э, точнее, собрание книг, которое называется «Библиотека э, Айратика». В Калмыкии корпус «Скрипторум Айраторум». Это произведения, которые некогда были переведены нашими уникальными знатоками тибетского и калмыцкого языка, с тибетского языка на наш родной, на письменность Тудубичик. Но, к сожалению, ввиду того, что эта письменность сегодня изучается не в той мере, в которой бы, наверное, нам всем хотелось бы, является эти тексты являются достоянием очень узкого круга специалистов. И поэтому Базар Александрович проводит огромную работу по переложению этих текстов с айратской письменности на современный калмыцкий язык, снабжает их широкими, обширными комментариями и публикует их. Но, к сожалению, те финансовые возможности, которыми обладают сегодня наши ученые, не позволяют их издавать очень широко, так красочно, как хотелось бы, наверное. Но, тем не менее, насколько важно понимать мысль Бема Митруева о том, что язык должен быть сакрализован. Евреи, которые были на протяжении довольно длительного периода разбросаны по совершенно разным государствам и территориям, все изучали свои священные книги на своем языке. Именно поэтому прошло две с половиной тысячи лет, и они смогли создать свое государство и возродить свой язык. Это немаловажный факт для того, чтобы понимать, что объяснение нами, нашим детям, своих священных текстов на своем родном языке является довольно значительным вкладом в сохранение нашего языка. Сегодня нашему языку многие ученые прогнозируют 10-20 лет от силы. И далее процесс будет уже необратим, потому что ни носителей нашего языка, ни тех людей, которые бы могли всеми своими усилиями возрождать этот язык, уже, наверное, не будет. Либо все они будут уже в таком возрасте, когда силы для жизнедеятельности будут нужны им самим, а не для того, чтобы активно заниматься возрождением своего родного языка. И в этой связи я бы хотел обратиться к каждому, кто будет смотреть или кто смотрит эту видеозапись с просьбой изучать язык священных текстов. Ведь наш язык ⁇ это один из тех немногих пяти, если быть конкретнее, языков, которые до сегодняшнего дня несут всю полноту буддийской терминологии. Ни английский, ни французский. Ни испанский, ни русский, никакой другой язык, кроме тех вышеперечисленных пяти языков, не несет всю глубину этого буддийского учения. И поэтому сохранить язык буддийских текстов для нас это необыкновенно важно. Что касается идей Бема Митруева о том, чтобы сакрализовать наш язык, сделать его популярным, хочется сказать, что сегодня... Старший администратор Центрального хурула Гелюн Кюнтен Ладой проводит огромную работу совместно с Центром развития калмыцкого языка, совместно с Центральным хурулом, который он сам представляет. Они сегодня ездят по районам и читают буддийские молитвы и конкретно молитву Базар Дара, уникальную молитву, которая сохранилась у нас, калмыков, в нашей культуре, наверное, еще со времен падения Джунгарии на калмыцком языке. И это первый маленький шаг для того, чтобы наше наследие, связанное с языком, связанное с культурой и связанное с нашим учением, с нашей дхармой, сохранялось долгие-долгие годы. И мне бы очень хотелось, чтобы каждый человек, кто видит и слышит эту видеозапись, всеми силами, которыми возможно, постарался помочь нашей работе, постарался... Читать эти тексты на родном языке, не только базардара, но и те тексты, которые у нас есть, мы ничего не потеряли. Все это до сегодняшнего дня хранится в различных архивах и собраниях множества стран. И все эти наши тексты, молитвы, которые сегодня читаются в наших урлах на тибетском языке, большинство из них присутствует, имеется на нашем языке. Поэтому читать их на своем родном языке ⁇ это так же важно, наверное, как есть или дышать. Если мы сохраним свое учение, если мы сохраним свои священные тексты и свой язык, то я думаю, что ни десяти, ни двадцати, ни, далее, ни даже большего количества лет ученые не смогут прогнозировать смерть нашего языка и нашего народа. Что касается идей Бема Митруева о сохранении нашего языка, в языковых гнездах, либо э, тогда, когда учитель или какая-то группа э, учеников, закрепленная за ним, будет э, изучать наш язык, то в этом году, после того, как я был назначен э, руководителем Центра по развитию калмыцкого языка, мы сейчас предприняли и разработали программу э, детских смен с этнокультурным компонентом, где вожатыми в этих лагерях будут представители нашего братского народа айратов сынзяна. Эти люди должны будут обучить наших детей нашему родному языку. Потому что если дети не будут его знать, то будущего у нашего народа, я думаю, не будет. Что касается других идей, например, идеи изучения эпоса Джангар, эпоса Гессер, Таких эпосов, как «Хан Харангуй», «Дайни Кюрюл» или Бумер Дыни» — это очень важная работа, которую мы тоже хотели бы делать вместе с той группой, которая представляет и предлагает делать это у нас в Калмыкии. Это и Бем Митруев, и Элла Манжеева, и множество широко известных калмыков, известных не только в пределах нашей республики, но и далеко-далеко за ее пределами в других регионах. Очень отрадно, что эти люди сегодня задумались о судьбе своего народа и своего языка. И мы всеми силами поддержим их в этом. Но также Гансхан Батер, Батер Биши, Гансхан Модн Тюлен Биши Гиджи, Манахалим Гуд Кельне. Один герой не является героем, один богатырь не может быть героем если на него наступает армия. И одна единственная палка не сможет быть топливом для костра, говорили наши предки. И поэтому я обращаюсь ко всем калмыкам, ко всем тем, кто живет в Калмыкии или не живет в Калмыкии, ко всем тем, кто переживает о судьбе своего народа, кто думает о нем, чтобы совместными усилиями все те начинания, которые предлагаются, которые реализуются на сегодняшний день в Республике Калмыкии и далеко за ее пределами. Я знаю, что существует масса различных клубов, центров, которые изучают калмыцкий язык и калмыцкую культуру и за пределами Калмыкии. Поэтому мне бы хотелось обратиться ко всем, кто сегодня слушает и видит эту видеозапись с просьбой поддержать наше начинание и не дать нашему народу и нашему языку погибнуть. Спасибо. Сагана. сарин байыр саған сарин мендегі цуктадынды көркі саната бәнов